Здравствуйте, дорогие друзья! Григорий Самуилович Хаймовский, известный пианист и музыкальный деятель, давно, с 1977 года, живет в Соединенных Штатах. На Западе нет отчеств, поэтому друзья, обращаясь к нему, зовут его по имени. На английский лад это звучит Грегори Грегори, и это имя мы часто будем употреблять в ходе наших передач. Их не имен, а передач. Будет несколько. Сегодня первое. Итак, Грегорий Хаймовский. Он на ваших экранах, выпускник двух главных советских консерваторий. Он окончил основной курс Московской консерватории и аспирантуру в Ленинградской. Известный пианист, солист и ансамблист. Человек непростой, весьма, скажем так, непростой творческой судьбы. 46 лет он прожил в Советском Союзе, почти 5 в Израиле и, как я уже сказал, более четверти века живет в Америке. Сейчас вы видите его в своем доме. Йорктаун Хайтс, такой городок в апстейте в Нью-Йорке, графство Вестчестер, это немножко севернее Бронкса. Для него, для Хаймовского, характерна широта творческих интересов. Он многогранно талантлив и многогранно профессионален. Это синтетическая личность. Не случайно музыкальный критик Майя Прицкер назвала его одновременно магом и просветителем, а мы заимствовали эти определения и использовали их в заставке к передачам цикла. Грегори не только концертант, он замечательный музыкальный педагог, немало благодарных учеников осталось в Твери, в Петербурге, в Нижнем Новгороде, в Москве, в Иерусалиме и в Нью-Йорке. Он великолепный музыковед. В течение шести лет, с 1966 по 1972, он возглавлял отдел исполнительской критики в журнале «Советская музыка». Исполнительская критика – это оценка не самой музыки, то есть не творений композиторов, а оценка исполнителей, скрипачей, пианистов, дирижеров и так далее. Вот он писал интереснейшие статьи в, этой, в этом журнале и продемонстрировал незаурядные организаторские способности. Вообще, когда я говорю о концертно-музыковической деятельности Грегори, я подхожу к той грани его творческой натуры, которая представляет наибольший интерес для нашей рубрики. Рубрика ⁇ Литературная ⁇ а Грегори Хаймовский, он на ваших экранах, э, превосходный писатель яркий, искренний, темпераментный, владеющий богатым и гибким русским языком. Он сам признается, что с юных лет его слова почувствовал тягу к письменному столу. Тяга к письменному столу – очень скромный эвфемизм, то есть словесная подмена по отношению к понятию «неоспоримый литературный дар». Еще в конце 60-х он написал книгу о выдающемся французском композиторе второй половины 20 столетия Оливье Мессиане. Он имел формальный контракт на издание, две удивительно хвалебные рецензии от высококвалифицированных референтов, но, увы, самая важная рецензия от музыковеда из КГБ была резко отрицательная и требовала идеологической переделки книги, на что Грегори не пошел. Рукопись так и осталась в издательстве «Советский композитор». Предметом же наших бесед станет главная книга Грегори Хаймовского – Книга его жизни. Вы сейчас видите эту книгу на экранах, ее обложку. Книгу эту он назвал «В поисках острова радости», а «Остров радости» Так называется одно из произведений французского композитора Клода Дебюси. Книга выпущена в 2002 году нью-йоркским издательством «Либерти», тем самым, которое выпускало когда-то автобиографические книжки дочери Сталина Светланы Аллилуевой, книгу Аркадия Ваксберга «Сталин против евреев» и многие другие, издатель Илья Левков. Сам Грегори определил жанр книги своей так – автобиографическое эссе. Такой жанр позволил ему написать книгу, интересную не только музыканту, но и любому читателю, даже если он достаточно далек от музыки. А вот рассказ о такой книге, сопровождаемый обильным цитированием и исполнением отрывков из нее, а также фрагментами видеозаписи выступлений замечательного артиста, этот рассказ, я уверен, интересен и вам, дорогие телезрители. Дело в том, что жизнь Грегори Хаймовского чрезвычайно богата встречами и событиями, с кем только не сталкивала его судьба. Знаменитые пианисты, скрипачи, дирижеры, композиторы в бывшем СССР и в сегодняшних России, Израиле, Соединенных Штатов. Но еще более важно, что у Грегори исключительно богатый внутренний душевный мир. Его книга не только описание внешних обстоятельств жизни и поворотов судьбы, но и прежде всего описание жизни духа и духовных прозрений. Ему есть что сказать людям. К тому же, как литератор, он наделен цепкой памятью, зорким глазом и прекрасным слогом. Вот почему все эти нобли, выдающиеся артисты и творцы, обретают под его пером портретные черты, становятся живыми и узнаваемыми. Более того, мне кажется, книга представляет собой яркое литературное явление вообще по языку, по образности, по глубине содержания, по тонкости мысли и по точности оценок. Особое внимание автор уделил еврейской, так сказать, компоненте – музыкальной культуры России и Советского Союза, и пишет он на эту деликатную тему открыто, ярко и убедительно. У Грегори судьба изгнанника, выдавленного из страны, в которой он родился, вырос и жил долгие годы. Этим он нам близок, это и наша судьба. Еще более он близок многим из нас тем, что в нем, казалось бы, глубоко ассимилированном в русской культуре, неведомыми путями, но не без помощи традиционного российского антисемитизма, пробудилось чувство кровной причастности к судьбе и культуре еврейского народа. С некоторого времени остров радости стал для Хаймовского немыслим без национальной идеи. А весьма скромный тираж этой книги находится, на мой взгляд, в опиющем несоответствии с глубиной ее содержания, не только музыкального, и высоким уровень, уровнем литературного исполнения. Вот почему я считаю нашу телевизионную попытку сделать основные положения книги, доступными более широкому кругу лиц, то есть создать телевизионную версию книги, оправданной целесообразный и полезный. Нас не остановило и то, что работа над этим циклом передач потребовала много-очень много усилий и времени. Как вы уже, по-видимому, догадались, я буду последовательно, но по возможности кратко, излагать содержание книги Хаймовского, останавливаясь на тех местах, которые представляют для нас с вами наибольший интерес. Эти места будут обильно цитироваться, отдельные отрывки исполняться. В итоге, традиционное для нашей рубрики чередование двух элементов – изложения содержания и художественного чтения отдельных фрагментов текста. Также традиционные комментарии, уточнения и дополнения ведущего, если они нужны и там, где они нужны. Таким образом, я перечислил три составляющих нашей беседы, но есть еще четвертая, которую я уже упомянул. Это фрагменты видеозаписи выступлений артиста. Главным образом, это будут фрагменты сольных концертов профессора Хаймовского, которые он дал в зале Нижегородской филармонии во время гастрольных поездок в Россию в 1992, 1993, 1994 годах. Концерты шли под девизом... 20 лет спустя. Действительно, он приехал в Россию через 20 лет после того, как покинул ее, как тогда казалось, навсегда. Я благодарен Григорию Самойловичу, Самуиловичу простите, за любезно предоставленные видеоматериалы, а также многочисленные фотографии. Все это вместе взятое позволило выстроить зрительный ряд передач. Прежде чем начать беседу о книге нашего автора в поисках острова радости, давайте для начала послушаем в исполнении Грегори Ноктюрн Шопена. Вы увидите сцену концертного зала Нижегородской филармонии и на ней уже давно сложившегося мастера, артиста Грегори Хаймовского. Концерт состоялся в 1993 году во время его очередного посещение Новой России, о чем я уже говорил. Итак, я попрошу включить этот видеоклип. Итак, Гриша Хаймовский родился 13 февраля 1926 года. Отцу Самуилу Семеновичу было тогда 40, мать Марии Исаевны на 10 лет моложе. Гришина старшая, единственная сестра, она родилась в 1921 году, вспоминала, цитирую, «Отец, вот его портрет, излучал энергию». Образованный, много читавший, не пропускавший театральные и оперные премьеры, он словно притягивал к себе интеллигентных людей. И еще пел волшебно. Дети, как завороженные, слушали его пение, неаполитанские песни, арии из опер, отрывки из оперет. Он был солнцем в семье, все остальные, как малые планеты, вращались вокруг него» человек исключительного дара любить людей, доверять им и сеять доверие, он умел дружить, иной раз с риском для себя. Конец цитаты. Во время Первой еще мировой войны Самуил Семенович служил в царской армии, потом поступил в медицинский институт. Революция не дала закончить образование. Сдав экзамены за три курса, он стал фармацевтом. На войне же Самуил как-то спас от большой беды одного из своих товарищей по службе. Им оказался военный доктор Эфраим Склянский, большевик. После революции Склянский стал заместителем военного наркома, то есть самого Троцкого. Их тандем сыграл огромную роль в гражданской войне. Ленин высоко оценил Склянского. Сталин его, естественно, ненавидел. Но Сталин умел ждать своего часа. Случай представился в 1925 году после смерти Ленина. Склянский был послан в командировку в Америку. Там-то его и достали руки молодцов из ГПУ. Его утопили в озере. Успел ли Склянский отблагодарить своего товарища по армии за услугу? Вполне вероятно, что да. Во всяком случае, Марии Исаевне было известно, что Склянский сыграл роль в получении ее мужем довольно значительной должности в главном аптекоуправлении в Москве. Так вот, не этим ли объясняется почти паническое бегство семьи Хаймовских из Москвы в далекое и глухое Янакиево летом 1929 года? Впрочем, и там они неплохо устроились, отец нашел работу по специальности. Но вскоре произошло непоправимое. Одним лучезарным июльским днем Самуил Хаймовский, как четырьмя годами ранее Склянский, погиб во время отдыха на берегу реки Донец. Протокольные слова дальше идут. В обстоятельствах при плавании. В Инакиевской квартире, когда в нее вернулись убитые горем члены семьи, все было перевернуто вверх дном явный обыск, потому что ничего из, не было взято из ценностей. Красавец Анатолий, человек лет 30 атлетического сложения, которого прислали из Москвы, как пояснил Самуил, в помощь по работе, куда-то внезапно и навсегда исчез. Так жизнь трехлетнего малыша по существу началась с семейной трагедии. 32-летняя Мария с двумя малыми детьми осталась одна, без близких, без средств к существованию. Взяв с собой только одежду, семья возвращается в Москву. Вскоре они переехали в подмосковный поселок Болшево, в 30 километрах от столицы. Здесь впервые за долгие месяцы судьба улыбнулась Марии. Ее с детьми приютила в своей усадьбе. Семья Прокопцевых, Яков Иванович, профессиональный военный царского времени, и его жена Мария Платоновна, замечательные русские люди. Последующие три года до возвращения в Москву для маленького Гриши стали жизнью в волшебном царстве. Большего той поры было красивейшим и ухоженным дачным курортом Подмосковья. Недалеко от имения Прокопцевых протекала полноводная тогда клязьма. Мария Платоновна была из дворян. Яков Иванович из белорусских крестьян в царские времена дослужился до полковника. Для этого тогда требовались редкие способности, и он имел их. Человек этот обладал изумительной памятью, знал и географию, и историю, и литературу, а уж о сельском хозяйстве и говорить нечего, тут Прокопцев мог слыть энциклопедистом. Мальчишка питал огромное доверие к Якову Ивановичу, вот портрет Прокопцева, он, сам того не зная, наверное, любил этого сильного и, как ему казалось, все знающего человека. К несчастью, Мария Платоновна вскоре умерла от рака. Перед смертью она попросила Марию не оставлять Якова Ивановича. Он и стал как бы членом семьи. Много внимания уделял Грише. На две вещи в его становлении он, несомненно, повлиял – он дал ему пример нравственной красоты, укрепил сердце мальчика, подтолкнул к росту семя добра и любви, которое было заложено в нем другой генетикой. Это первая вещь. Вторая вещь случилась так. Мальчик вышел за ограду поиграть в снежки с соседними сорванцами. Не прошло и пяти минут, как он вернулся в дом, уткнулся лицом в инкрустированное льдинками окно гостиной. Казалось, он наблюдает за одинокой снежинкой, которая бьется, бьется о стекло, словно бы желая проникнуть туда, куда ее не пускают. Грустная, одинокая, она отражалась в грустных черных глазах Гриши. Заметив эту сцену, Яков Иванович подошел к нему и спросил, как было на улице. Гриша ответил вопросом на вопрос. Яков Иванович, что значит «ты не наш», «ты не русский»? Мгновенно догадавшись о том, что могло произойти между мальчишками, добрый Прокопцев только и спросил, «Это тебе кто?» – сказал. «Ребята соседские». И, не дождавшись ответа, ушел в свою комнату. Через мгновение он появился, неся тесненным, тесненный золотом географический атлас Брогауза и Эфрона. Медленно переворачиваются страницы книги, возникают и исчезают страны и континенты. Гриша смотрит пристально на руку. Наконец она перестала листать страницы. Яков Иванович надел очки. «Смотри сюда, Гриш», — сказал он. «Видишь, написано «Палестина». Отсюда много-много лет назад ушел твой народ. Один из самых великих народов мира, хотя он и малочисленный. Будь горд, что принадлежишь к этому народу. Да, ты не русский, ты еврей, но ты родился на русской земле, и по праву рождения все наше, твое навсегда». Он захлопнул книгу и обнял за плечи мальчика всей умной добротой своей, проникнув в его душу. Был ли прав или глубоко ошибался старый русский интеллигент, заложив такое семя в душу ребенка? Может быть, прав Николай Некрасов, сказавший «Сеет он все-таки доброе семя»? а остальное все сделает время. Как ни прекрасна была болшевская буколика, особенно для детей, сейчас вы видите и Катю, и Гришу на этой фотографии, они в Болшево. Но после трехлетнего пребывания здесь Мария решила оставить это гнездо, чтобы свить новое, но уже в Москве. К такому повороту жизни призывало многое. Главное – желание дать сыну и дочери, явно музыкально одаренным детям, наилучшее столичное образование. В 1933 году Катя уже ходила в шестой класс. Гриша, ему на этой фотографии 6 лет, должен был начать свой школьный марафон. Была куплена комната в доме на Мясницкой – Бог знает, на какие средства была куплена кое-какая мебель, пианино же, вывезено из большего, наконец, полностью включилась в работу. Катюша занималась много и серьезно. Очень скоро в местную музыкальную школу поступил и Гриша. Мария решила, пусть лучший мальчик занимается, на всякий случай, сразу на двух инструментах, на рояле и на виолончели. И там, и там мальчик делал успехи, и вот в один из дней педагог виолончели э, Могилевский, работавший также и в известной на всю Россию Гнесинской музыкальной школе, решил отвести его к самой Елене Фабиановне Гнесиной. Вот ее портрет. 1965 года – это основатель и многолетний бессменный директор Гнесинского института, точнее, музыкальной академии имени Гнесиных. Вердикт Елены Фабиановны был коротким и четким. Никакой виолончели. Он будет пианистом. На этом... Первая передача цикла, посвященного Грегори Хаймовскому, выдающемуся пианисту и музыкальному деятелю, заканчивается. Мы продолжим цикл в одном из ближайших выпусков литературной программы. А пока я прощаюсь с вами и желаю вам всего самого доброго.